Доброе утро. Привет, ребята. Всем привет. Ну что? Как спалось на новом месте, Маргош? Как спалось на новом месте? Ой, а тут башмаки Макса валяются. Ой, такая погода ужасная. Я что-то замерзла. Я замерзла что-то. Тебе не холодно? У тебя как дела, мадам? У Ксюни аллергия какая-то началась странная по всему телу. Какие-то точки красные, чешется. Угу. На животе подойдет. На животе, на руке. Тоже чуть-чуть. А может быть, на этот сироп от кашля тоже может быть аллергия. Потому что ты его начала со вчерашнего дня пить, да? Ну, вот тут тоже чуть-чуть есть. Угу. Может быть, на какой-то сустав. Горлышко болит? Температурки нету? Нет, голова больше не болит. Очень больно. Горло, угу. Ну, папа сегодня поедет. Это не помогает. Нет? Нет. Ладно, пойдем мы собирать кровать с папой, Максу и Каролине. Так, Маргоша вставать не хочет. Вчера она легла почти в 2 часа. Ты как спать? Это на диване уснула, мы ее не стали переносить. Он играет на Nintendo Switch. 100%. Все в школе так. Ладно, все, пошла я папе помогать. Так, давайте. Нам нужно еще что-то кушать. Не знаю, что мы будем кушать. Продуктов нет. Шторы? Шторы закрыть. Мама, хорошо гулять с собакой. Ах ты, шмонька. Мама хочет гулять. Ну, выпусти ее. Хорошо. А ты давай с кухни. С кухни. Подожди, я открою. Она просится на улицу уже. Давай, открой, чтобы она выбежала. Ой, там холодно же, как она вышла. Там же холодно, вонь. Давай, закрывай, она потом попросится. У нас собака пропала, ребята. Куда она могла убежать? Видела, да? Да. Вот значит, нужно знать, что она через это проходит. Ах, она маленькая козявочка. Там двор. Просто обыкновенный двор и дорога потом. Мама, bonita en otro canal. Sí. Там же дорога. Мам. Она нашла дырочку и проходит через дырочку. Она вон там была, за этим. Ella hizo en la mañana, no va a hacer más, Leo. Там надо чем-то закрыть, не знаю, какой-то досточкой. Ты спать будешь, что ли? Мне холодно. Давай, вставай. Холодно, нормально у тебя здесь, смотри, температура какая. Мама. Но? Утравись пора я. Но, это трулялся. Где ходит эта козявка? И тут тоже опять. А, вон она. Мы с Маргаритой пошли в магазин. А Ксюша с малышами останется дома, и они смотрят вон. Это даже больше, чем наш телевизор на всю стену. Вообще супер. И телевизор не надо, а? Может, не будем телевизор вешать? Вообще классно. Ладно, смотрите, никуда не выходите, мы быстренько, ладно? Мы пошли. А где моя куртка? Здесь? Угу. Ну, матрасы, матрасы. Давай я подниму. Давай там. Матрасы тут. Дети прыгали на матрасах. Все, сходили мы в магазин. Немножечко закупились. Подожди. Нужно включить сначала вот это.
Так, теперь нужно... Ты знаешь, что только тебе? Ой. $3. $3 почти, да. $3 вышло. И перчик 3,45 вышел. Ну, салат вообще прям огромный, да? Будем делать салат. Доставай досточку. Так, что мы еще купили? Мы купили... Ну, так, по мелочам. Макарошки, рис, хлопья. Чтобы завтракали детки. Где досточка? Досточка там же, где кастрюля была. И молочко. Молочко купили и яйца. И сыр. Так что сейчас мы будем готовить обед. У нас уже обед, кстати. Мультики смотрят. Папа к нам приедет вечером. Он сейчас на работе. Может, доставай. А? Да, где-то в 4:30. И мы поедем в Икеа. Я не знаю, кто с вами останется, но мы в Икеа поедем. За мебелью. Шкаф. Да, шкаф. Шкаф и полочки. Потому что уже вещи нужно раскладывать. Все, коробки у нас стоят. Так, перчик будем резать. Помидорчики еще надо. Да. У нас чуть-чуть помидорчиков осталось. А может быть, давай тот салат дорежем? Какой? Вот этот. Да-да-да. Потому что он уже испортится скоро. А это мы... А это пока оставим. Да. Вытяжку включи. Че? Вытяжку. Угу. Дальше что у нас, помидоры? Ксения, ставь мультик нормально. Еще раз помыть или не надо? Все, приятного аппетита. Спасибо. Только у меня стула нет. Сейчас, кто первый съест, туда и сяду. Ты нюхала вот это вот? Вот кто тут уже поковырял? Обязательно нужно всковырнуть. Это ты съела, что ли? Нет? А зачем ковыряешь? Она так малинкой пахнет, просто вообще. А есть вот такая вот зелено-красная. Это икра? Ну, это такой, это... Это, как называется? Какой-то такой новогодний запах. Чего-то, что-то знакомое, что-то очень знакомое. Мы еле-еле Боньку, блин. Это, загонили домой. Загонили? Ага. Может, правильно скажешь? А как правильно говорится? Загнали. Ага, загнали. Так, ладно, пойду я собирать кровать дальше. Ксюша, это твои тапочки валяются. Пойду я собирать кровать. Я уже второй день мучаюсь с этой кроватью. Ничего, свет выключили, я хочу ее собирать. Вот. Кровать Макса и Каролина. Это вот самая основная часть, и вот эта вот, которая снизу выезжает. У них такая кроватка будет. Вот, сегодня нужно ее собрать, чтобы дети здесь спали, наконец-то. Чтобы они там не на матрасах, на полу, чтобы здесь спали. Папа не звонил? А? Не писал папа? Бонь, куда ты воруешь? Смотри, она что забрать хочет. Бонь. А? Хватит уже таскать запчасти. Что ты таскаешь? Это кувыркается здесь. Гимнастику устроила. Опа! Ладно, будем собираться. Детки останутся с бабулей. А мы с папой поедем. Нет! Да, потому что нам нужна машина полностью сзади, чтобы пусто было. А если вы будете сидеть, да, у нас тогда мебель не поместится в машину. Нам уже нужно все сиденья опустить. Тогда поместится. А если мы вас с собой возьмем, то мы тогда ничего не купим. Вот. Так, ну что, мы, папа принес нам подарочки наши. И сейчас мы будем их открывать. Сейчас, подожди. Вот он. Давай. Спасибо. Какая она милая, смотрите. Она носик.
спасибо большое. Бомбочка. Давай будем собирать. Мы тут сидим, пазл собираем. Ксюша, в общем, поехала с папой в больницу. Очень сильно у нее воспалилось горлышко. А вот это вон там, это больница или аптека? Нет, это больница, которая работает круглосуточно. А что, я думала, у нас сейчас 11 часов ночи, и поэтому туда папа поехал. Как бы нигде никакой врач не примет, только там. Потому что она очень себя плохо чувствует, у нее температура, у нее вообще она глотать не может. Не пить, не, да, не пить вод, не пить водичку не может. У нее там все опухшее, да, горло красное, в общем, ужасно. Повез папа ее в больницу, посмотрит, что там такое. У нее еще аллергия пошла, у нее какая-то сыпь пошла на это, на теле. Вот, в общем, посмотрим, что там скажет нам. Я очень быстро выкрываю. Так что мы сидим, ждем, пока они... Хоть бы приедут. Ее не положили в палату. Да нет, наверное, какие-то антибиотики ей дадут, потому что у нее прям сильно, я не знаю, что у нее там, либо ангина, либо, не знаю, ну, в общем, горло, конечно, у нее прям красное-красное и опухшее. Такое воспаленное. Посмотрим, что там скажут. Давай собирать дальше будем. Будем ждать. Ксюню нашу.